Здравствуйте, друзья. Коротенькое видео. Хожу, собираю клевер. Буду его сушить и потом добавлять в чаи. Вот такое вот поле, лук перед сенокосом. Травы, конечно, просто роскошь. Клевер самый разный. О, какой крупненький есть. А вот это явно гибрид белого клевера или розового, как его говорят, кашка, и красного. Вот он какой смешной. Он такой небольшой, как красный клевер. Но стебельки длинные, листочки немножечко похожи на листочки кашки. В общем, гибридов всяких разных природа наделала. Тут же рядом колокольчики, всякие другие травки. В общем-то, красота. О, какой меленький, меленький розовый. Но я хочу показать вам другой цветочек, который я тут нашла, и который уже точно находится в красной книге. Так, по пути вот такой вот здоровенный розовый. Это явно не просто, потому что один растет в благоприятном месте, другой рядом не в благоприятном. Это еще какая-то вариация одного и того же вида. Клевер. Вот он такой тут розовый. И вот он такой уже тут мелкий, красноватый. Вообще здорово на все это смотреть. Итак, что же я тут нашла? Сейчас подойду, покажу вам. Вот, вот, вот. Это наша орхидея. Ертышник. Ертышник. Так, как бы мне его тут... Вот он. Это цветочек семейства орхидных. И вот он, конечно, очень-очень редкий. И вот он-то занесен в красную книгу. Причем во все красные книги. И латвийскую. И, насколько я знаю, международную, потому что это, в самом деле, очень редкий цветок. Они, конечно, страдают не столько из-за того, что там люди их собирают, ну, специально там никто букеты не будет из них собирать. Но хотя, конечно, если человек найдет, то, так, скорее всего, сорвет. Он очень такой необычный. Они, конечно, больше всего страдают от покосов. Вот то, что мы косим, косим, косим. И этот лук тоже будет коситься, но тут уже ничего не сделаешь. Травы тут хорошие. И вот это вот то, что в самом деле надо беречь. Очень редкий цветочек. Ну вот, а у нас наконец-то жара спадает. Нам обещают холодный фронт на несколько дней. Не знаю, может быть, когда будет холодно, опять будем ныть, ай-я-я. Но пока это кажется очень хорошо. Вот какие-то облачка пошли. Ну вот, друзья мои, все. Я возвращаюсь. Такое коротенькое видео. Ну-ка, вот что у нас тут еще. Вот всякий там клевер, клевер. Он какой он. Только что был такой маленький. Или розовый, или маленький красный. И тут вон какой уже здоровенный, красный, сочный. Природа тоже создает свои сорта растений. И вот среди этого здоровенного такого красного растет кустик вот такого розового на высоких стебельках. Говорю, явно смешанный с этой кашкой. Ну вот, а я тут набрала. Вот, всякого разного набрала. Мне хватит. Пойду домой. Всего вам самого доброго. До свидания.